Здравствуйте, мои хорошие! Моя бабушка в 82 года понятия не имела, что такое боли в суставах, тяжесть в ногах, ломота в позвоночнике. А причина этому всему – ее чудодейственная растирка. Воистину, лучшего средства я еще на себе не испытывала. Заболела как-то шея, да так, что даже сидеть долго не могла. И бабушка предложила мне свою чудо-растирку. Не поверите, через 2 дня я почувствовала такое облегчение, как будто мешок камней с плеч свалился. А через 4 дня совсем забыла, что когда-то шея болела. Лечит все. Радикулиты, артриты, артрозы, остеохондрозы. Все, что связано с суставами и костной тканью. Рецепт. 300 грамм 96% медицинского спирта. 1 флакон камфорного спирта 10 мл. 1 бутылочка йода 10 мл. 10 таблеток анальгина растереть в порошок. Все перемешать, настоять в темном месте 21 день и можно пользоваться. Растереть на ночь и обвязать шерстяной тканью или шарфом из шерсти и лечь спать. Можно днем растирать, если не выходите на улицу. 10 дней растирать, затем 5 дней перерыв, а потом еще 10 дней растирать, если болит. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!